Здравствуйте, дорогие друзья! На нашем канале уже более 800 человек, и это не может не радовать. Скажу вам честно, я даже не думал, что тематика канала может привлечь столько народа. Да, знаю, что для многих из вас 800 подписчиков — это небольшая цифра, но для меня это много, как для начинающего блогера, как бы это смешно ни звучало. В общем, я хотел бы перейти на новый уровень создания видео про своего ящера и рептилии в целом. И этот переход я хотел бы начать вместе с вами. Если у вас есть время и желание, вы можете написать в комментариях, какой контент вы хотели бы видеть на моем канале, а какие темы вам были бы интересны и в каком формате. Открою вам небольшой секрет. У меня уже есть некоторые планы на свой канал, но осуществить их я смогу после приобретения полноценной видеокамеры и микрофона. Думаю, это все я смогу купить ближе к сентябрю, и тогда качество канала видео станут значительно интереснее. Ну а пока пишите комментарии и высказывайте свои идеи либо пожелания по будущему контенту. Не ленитесь, проявите небольшой интерес, небольшую активность, мне поможет это в дальнейшем ведении канала. Всем спасибо и пока.